Наталья, ты мемуары пишешь? Дома скучаешь? Ну как бы да. А когда ты уехала из дома? Сколько уже времени прошло? 2 недели. 2 недели? Да. А еще сколько здесь там будет? Неделю. А на второй сбор? А на второй сбор ты не остаешься? Я не знаю пока что. Ну, потом тебе скажут в конце сбора, да? Кормушка-то что ложится? Конфеты шоколадные? Да, бабаевский язычок. Хорошая вещь. Хороший? Нормальный. Будешь хорошо вести, еще понимаешь. Так, ты утром пришел, он сидел, что ли, там уже? Да. Ну, это другое должно. Ну вы прям как монашки. Может, здесь останетесь? Сейчас.
Еще раз. Столько лет нам внушали, что это не надо. Thank you.
клетку спасу.